Короче, друзья, всем привет! Значит, я не планировал снимать такое видео, короче, слушайте, такая тема. Никита, узнав, что я тоже скоро буду снимать летсплей, хочет заснять вместе со мной летсплей. Он меня только что позвал на съемку, говорит, мол, будем снимать летсплей. И знаете еще, друзья, какая мне в голову пришла гениальная идея? Он начал снимать летсплей не на ванилке, видимо, он сборки перепутал или что-то типа этого. Он начал снимать летсплей с модами, моды, которые мы снимаем, собственно, видео для вас. Ну и вот, друзья, короче, такая тема, давайте его сегодня попробуем просто патрули. Сейчас он отошел, налить себе стаканчик воды, так сказать. Я надеюсь, что он скоро очень придет, и мы начнем, собственно, с ним съемочку. И будем его троллить. Тихо. Вы слышите? Он, кажется, что-то в комнате там у себя какой-то. Так. Тихо. Не знаю, что мы снимаем. Так. Ром. Да-да-да, Никит, что, когда снимать? Ну что, продолжаем снимать? Давай нас паузу убирай. Да, давай. Все, я, собственно, попил. Все, давай, говори, что там дальше делать. Тихо. Я подавился. Ну, с кем не бывает, да? Давай, что мы делаем дальше? Все, давай, врубай запись. Да, сейчас включаю. Так, давай, готов? Раз, два, три. Ну вот, друзья, я, собственно говоря, и пришел, я отошел, и вот мы вместе с Компотом дальше продолжаем наш летсплей. Да, вот мы сейчас пойдем рубить дерево. Да, давай начнем рубить дерево. Да, давай, я буду рубить березку, пожалуй, потому что березка это круто, она очень светлая и прикольная. Кстати, я ачивку получил, а ты? А я тоже получил ачивку, очень прикольное у нас уже выживание получается. Да, кстати, а какие тут вообще ачивки есть? Я так понимаю, тут очень много достижений. Да, тут не только майнкрафтские достижения, нифига себе тут сколько, слушай, посмотри просто. Слушай, это реально блин, огромное количество. Я случайно вот эти моды установил, вот эти вот фиговые, так сказать, я теперь не знаю, что с ними делать. Да ладно, давай заснимем летсплей с модами, будет даже интереснее, в принципе. Ну давай, ладно, надеюсь, подписчикам понравится, уж так, ладно, давай. Да, ну смотри, короче, давай делаем так, ты крафтишь, не, ты строишь дом, а я буду крафтить инструменты, верстаки, топоры, мечи и прочее. Где дом будем строить? Так, ну я думаю, короче, построим дом вот где-то вот на этой полянке, прямо вот, знаешь, вот здесь вот, чтобы было. Ой, слушай, там там адская ситуация, смотри-ка туда. Ой. Ой, слушай, давай лучше подальше, конечно, давай вот там лучше прям построим дом, возле спавна, вот здесь мы заспавнились первый раз, давай вот здесь построим дом. Ой, тут кто-то сдох, посмотрите-ка, какой-то чувак сдох, который прожил 91 день в Майнкрафте, нифига себе, нам бы столько выжить. Ну-ка я добуду, о, смотри, мне выпала гнилая плоть и косточки, еще могильная плита, и сюда восставлю. Отличное начало, я тебе хочу сказать, отличное начало, ладно, давай строить домик, перерабатывать деревесину. Ты начинаешь строить, а я начинаю крафтить нам все предметы, например, я скрафчу нам верстак. Я думаю, всё, пару палочек. Хорошо, я пошел, так сказать, строить. Так, давай так. Давай так, верстак. Друзья, теперь мы давайте скрафтим топор, в принципе. Никита, скажи, вот сколько будет вообще серий в твоем выживании? Ой, я думаю, наверное, серий 50 это точно, потому что у нас такое огромное будет выживание, глобальное. Блин, прямо. У меня тоже, кстати, скоро на канале очень огромное выживание будет, очень крутое. И, Никита, погоди, пожалуйста, поставь на паузу, потому что я сейчас... Мне надо отойти, окей? Ну да, да, хорошо, Ром, хорошо, все, так, давай. Поставил, давай. Все, сейчас я выключу микрофон, погоди, сейчас я. Так, ребята, все, короче. Никита думает, что я отошел. Теперь я прописываю, погодите. Опа, включаю себе невидимку. Так, отлично, все, друзья, я невидимка, он меня теперь не видит. Теперь я могу спокойно творить разные, так сказать, делишки. Давайте врубимся геймод 1. Все, Никита меня не видит прямо сейчас. Давайте вот так сделаем ему. Вот так. Опа. Он это не заметит, наверное. Тихо, он меня не видит. Я вроде бы строил эту часть. Стоп. Да, Никита, странно. Так, погоди. Блин, Рома же отошел. Надо... А куда это он пропал? Стоп. А куда Рома пропал? Он же отошел. Друзья, он спалил. Так, погодите, давайте вот так сделаем. Стоп. Что за фигня? Так, мне нужно срочно, наверное, запись. Чего? Эй! Это что такое? Друзья, это ему месть за прошлый троллинг. Это что произошло? Чего? Что за нафиг? Так, сделать? Нужно срочно достроить, ну, пока никто не увидел, пока Рома не заметил, что здесь ну, что-то так. Происходит. Блин, деревья кончились, так, надо идти. Сейчас давайте, за деревьями давайте. Сходим еще немножечко. Бам! Так, сейчас взрыв. А, деревья добудем. Чё? Чё за взрыв там? Это что сейчас за звук был? Офигеть! Ты чё? Ром! Ром, ты где? Алло! Так, алло, Ром! Дело, видишь, что я возвращаюсь. Где Рома? Я возвращаюсь. Где Рома? Алло, Никит, чё ты орёшь? Я себя слышал прям уже из комнаты. Ром, ты где? Я ты тут где? На почему сервере. Я тебя не вижу?
На сервере? Ой, меня что-то кикнуло, погоди, меня что-то кикнуло. Я что-то не могу пока зайти. Что случилось? Говори, сейчас зайду. Тут такое происходит, ты просто не поверишь. Короче, наш дом, мы еще только не построили его, а он уже взорвался, прикинь? Его кто-то взорвал, может, криперы какие-то? Или, слушай, а вдруг мы играем на сервере с Херобрином? О, да, ё-моё. Если все, Никита, не существует Херобрин на самом деле. Так... Стоп, а ты где? Ты возвращайся, что ты там кикнутый какой-то непонятный. Все, Никит, вот я вернулся, смотри, я тут. Ё-моё. Где я. Ты? Вот я. Ты где? Вот оно. Вот. Ром, посмотри, ты видишь? Ё-моё, ты что наделал с домом, слышишь? Мы же строить хотели. Это не я, да, это крипер. Да, не ты. Короче, да ты чё, давай не строй, мне? Давай строй ты нормально. Чё? Тихо, слышишь, успокойся. Это реально крипер. Хорошо, окей, пусть будет крипер, но тут есть небольшая проблемочка, смотри. Мы играем с тобой сейчас на писи фули, сейчас я ставлю нормал. Вот на нормале, надеюсь, будет нормально. И, блин, Никита, ты сюда поставил мод World Edit, я теперь не могу деревянным топориком все добывать, поэтому нам придется сразу крафтить каменный. Ну, ты даешь, Никита. Ну, блин, слушай. О, динозавр, смотри. Да какой нафиг динозавр? Тут такое произошло, ты смотри на это. Ну, с кем не бывает, крипер взорвал дом. Ну, что в этом такого? Ладно, хорошо. Давай просто я вот сюда вот пойду добывать дерево, и мы просто про это благополучно забудем и достроим наш прекрасный домик. Так. Ладно, давай, 5, я 7. Тоже дерево добуду. 5, 9, ой, блин, 7. Надо дом как-то развивать еще. Ну да, дом развивать, конечно, надо, потому что фиг его знает. Кстати, ты не думаешь копать сейчас начать шахту? Потому что я пока добываю дерево, а ты копаешь шахту, в принципе, я думаю. Это шахту? А верстак ты сделал? Отлично, я сейчас, сделал. Наверное, пойду. Да, я сейчас пойду копать шахту, сейчас быстренько ее начну копать, и, возможно, у нас будет домик в шахте, Ром, поэтому это будет очень круто. Ну, я считаю, что домик в шахте — это тоже очень круто, это, в принципе, очень уютно и очень забавно. Сейчас мы это... Ром? Да, Рома? Да, что такое? Иди сюда, иди срочно сюда, ты где? Сейчас приду. Ты что за параноик такой? Ё-моё, Ром, ты не поверишь, что тут происходит. Иди сюда срочно, иди сюда, ты это видишь? О, жители, ничего себе, слушай. Как они сюда попали? А как они тут оказались? Как? Тут даже деревни нету. Слушай, прикольно. Слушай, ой, еще один сзади тебя появился, представляешь? Чё? Ты чё? Как? Это ты, офигеть, что ли, делаешь? Как это вообще? В смысле я? У меня инвентарь пустой, Никита, кроме как палок, вот гнилой плоти. И, кстати, нужно покушать немножечко. Фух, Ром, блин, если это вот какая-то очередная вот такая вот фигня вот твоя, то я просто не выдержу. Мы выживание снимаем, летсплей. Капец, откуда здесь жители? Так, ладно, идите нафиг, жители, я пойду шахту в другое место копать. Ладно, тогда. Я пошел тогда так, дальше дерево нафиг, рубить. Не отвлекай меня, пожалуйста, здесь. По мелочам больше. Это не мелочи, тут какая-то чушь происходит и нечто в Майнкрафте. Да не, мне кажется, Никита, ты преувеличиваешь. Все же всему есть логическое, так сказать, объяснение. Блин, Ром, уже ночью наступает. Слышишь, ты где уже там? Да, ты скоро там буду, скоро буду. Видимо. Да, я тут, короче, начинаю, значит, уже пещеру копать. Уже вообще просто в полном разгаре у меня копка идет. Вот. Значит, так, нужно сейчас вот так вот. Я почти тут все дорубил, Никита. Еще немножечко осталось, в принципе. Но я думаю, что молодец. Ты должен подниматься наверх и, типа, уже, наконец-таки, брать и строить наш дом, потому что, ну, его наверх, нафиг, так сказать. Давай поднимемся наверх. Ой, ё-моё, эй, чё за фигня? Чё такое? Тихо. Это чё нафиг? Тихо. Так, надо закопаться, чё надо такое? Закопаться. Чё такое, Рома, Никита? Рома, срочно, иди сюда, спасай меня, Рома. Чё такое? Чё случилось? Иди сюда, срочно, сейчас, тут скелеты, сейчас тут трупы, Ром, да, я уже бегу, я уже... Чё? Никита, тут Херобрин! Это чё такое? Тут Херобрин! Херобрин! Он меня сейчас атакует, Никита, тут Херобрин! Ром, беги от него, беги, я тоже как-то выбегу... Бу, я сзади! Чё? Ну, блин, ты не понял, что это троллинг, как можно было не понять, что это троллинг? Ты чё наделал? Какой нафиг троллинг? Ну, Никита, это тебе месть за то, что ты в прошлый раз сломал и так и не построил мне мой дом. Так ты же говорил то, что ты... Ты же... Блин, ты чё? Ну так не делается. Напугался? Я очень испугался, Ром. Я очень испугался. Убери этих зомби, убери их нафиг, убери, включи мирную, поставь мне. Сейчас, мирную. Черт, ё-моё, нафиг, все, нафиг это, ё-моё. Блин, ты выживание испортил, и что теперь делать? Переснимать придется. И что, у тебя теперь нет желания снимать летсплей? Блин, ну, нет, я не могу теперь это делать.
Страшно, думаю, что я тебя затроллю опять. Ну, Никита, знай, если ты мне вдруг решишь отомстить, то я придумаю что-то похуже, потому что смекалочка, так сказать. Я придумаю тебе что-то жесткое. Слушай, слушай, Рома, но я на самом деле тоже не промах, так сказать. Поэтому, Ром, ты имеешь полное право бояться, потому что я могу придумать что угодно просто, чтобы затроллить тебя снова. Поэтому в любой момент, Рома, можешь ждать, так сказать. О, кажется, начинается война троллинга. И, друзья, если вам это нравится, то ставьте лайк. И да, Никит, я записывал это. Все пойдет мне на канал. Серьезно? Так да. Я же записывал, вот черт. Блин, было бы забавно, если бы это все было, конечно, еще от моего лица, но вряд ли я это буду загружать на канал. Ну, короче, ребята, если вам понравился этот троллинг Никиты, если вы не хотите, чтобы он меня троллил, и если вы хотите, чтобы я его побольше троллил, то... Я его затроллю, затроллю, затроллю. Выпуск. Ребята, все, спасибо большое за просмотр. Я надеюсь, что вам очень сильно понравился этот выпуск. И, ну, я не думаю, что Никита меня сможет сильно затроллить. Я, в принципе, его перетроллю. Ну, как обычно все, в принципе, будет, друзья, происходить. Ладно, друзья, спасибо большое за просмотр. Спасибо Никите за его мучения, за его старания. Никита, попрощайся с своими подписчиками. Всем пока, дорогие подписчики, друзья. Все, пока, друзья.